Нагадаємо, усяго спортсмени-уродженці нашого регіону завоювали на Єврогульнях 20 узнагород. Баскетболіст Андрей Рогозенко привез у Гомель бронзовий медаль. Своїми навиками чемпіон охотно ділиться з подростаючим поколінням. Майстер-клас по баскетболі навідала наш кореспондент Вероніка Гамзюкова. Гульнявых видов спорта у программе других европейских гульня было всего два. Ободва не обяцали белорусам узнагород. У баскетболе 3-3 национальная сборная з'явилася меньше за год тому. Формировалась команда с тех, кто был не задейничаны у подрыхтовцы по традиционным баскетболе. Стритбол дал спортсменам шанс проявить себе, и они его не пропустили. Эмоции были очень большие. В первый раз такое. Даже сначала как-то не верилось. Типа шел, думал, медали как-то... Не верилось просто, что мы выиграли медаль с первой такая в нашем виде спорта. Это было очень сильно. Пару ошибок было, но, думаю, немного везения не хватило. Приехавши додому, Андрей не мог не наведать школу, где учился, и починал свой шлях у спорте. Зараз тут три баскетбольные классы. Для учениц одного из игр организовали майстер-класс. Болела за команду, хотела, чтобы они выиграли. Он очень хорошо сыграл, мне очень понравилось. Я тоже хочу хорошо играть в будущем, а также попасть и такую же медаль получить. Переживала я сильно, так как боялась, что они могут проиграть и за третье место. Стали они бронзовыми призерами, они этого заслужили. Мне понравился последний матч, там были очень захватывающие эмоции. Очень понравился Андрей Рогозенко, он очень хорошо играет, там распасовывает мячи, бросок очень хороший, такой мягкий. Смотрела я игры Андрея, переживала, когда они проиграли за первое место, но верила, что они выиграют за третье. Всегда хотела играть, как он. Так побеждать, так как он побеждает. Что так же радовали за меня, как за него сейчас радуются. После разговора с начинающими спортсменками Андрей Рогозенко провел майстер-класс. Он показал, как поспехово закидывать мяч у кольцо и дал им несколько каштовных парад. Внимательно на тренировках работать, говорить, делать все, что говорит вам тренер. Смотреть игры других игроков и следить за ними. Евролига, женский чемпионат. Следить вот за игроками сборной, как они работают, и сразу брать у них что-то. Дарэчы, Андрей удзельничал и у первом чемпионате Европы по стритболе. Тады белорусская сборная засталася у кроку от пьедестала и стала четвертой. За матчами и чемпионату, и европейских гульня уважливо сачыў батька спортсмена Анатоль Рогозенко. Менавіта ён калісьці привел сына у баскетбол. Горжусь тем, что не только я как папа, но и как тренер его, первый тренер, переживал, болел на всех играх. Эмоции просто переполняли и внутри. Это же не только медаль, это и гордость за нашу школу, за дворец игровых видов спорта, откуда я говорю, за город, за область, что эта медаль, она досталась для всей нашей области. Домов баскетболіст приехав усяго на день. Пасля ён вернется у Мінск, каб протягнуть тренировки у составе столичных цмокаў. Вероніка Гамзюкова, Євген Макеєнка, телерадіокомпанія «Гомель».